разработка спикера Совета Федерации противоречит Конституции статьи 15. Может быть, это проверка общественной реакции. Будут ли люди рыпаться или отмолчаться? Поводом послужили разногласия по делу офицера Маркина с компенсацией в 200 евро. Подставили ли Торшина, кому поверить? Почему на экспертизе проект был всего неделю? И какой суд главнее решает власти срочно? Превратится ли окно в Европу в форточку? И как так получается? И по каким канонам нашим правам противоречат наши же законы?